Итак, эксперимент с баллоном СО2 не удался. Вот отверстие, не знаю, видно или нет. Пробил я его, баллон стравил. Почему? Я начал закручивать наискосок, и резьба пошла немножко на... Ну, в общем, наискось пошла. И баллон стравил. Очень тяжело было пробить вручную вот это олово, или что тут, чем запломбировано, не знаю. Плюс вот есть в этом редукторе отверстие, стравливает или избыточное давление при подключении. В общем, я так понимаю, этот баллон нужно переделывать, стачивать, вот убирать, то есть вот этот носик баллона, чтобы нормально закручивался до конца этот редуктор, чтобы не стравливало через клапан. Вот. Сейчас он накручивается нормально, но толку-то уже нет. Вот это все вот так выглядит. Вот, еще подставочку. В принципе, красиво, аккуратно. Буду искать токарей. Вот, или в интернете, может быть, кто подскажет, как сделать, поставить сюда клапан, ниппель. Наверное, нужно искать у тех, кто занимается вот этими всякими винтовками. Вот как-то так лоханулся.